Гоша. Крепкого здоровья и послушания. На занятиях внимания и прилежания. День рождения – праздник детства, даже если этот праздник 30-й по счету. Дошкольное образовательное учреждение номер 24 отмечает свой юбилей. В праздничной программе приняли участие как воспитанники детского сада, так и педагоги. На сегодня детский сад посещают более 130 малышей. Здесь созданы все условия для воспитания здоровых, талантливых детей. Мне нравится там все игрушки, они такие красивые, куколки, зверюшки, слоники. Еще мне там нравится, как мы рисуем, как нас учит Расуль Хаматович, как нас учит Нина Сергеевна. И еще мне там нравится... Мне там нравится, как мы там веселимся, играем, поем. Мне нравится в садике рисовать, играть, особенно когда мы занимаемся. Мне тут нравится, потому что тут учат всему, готовимся к школе, и нам воспитатели говорят, чтобы, когда на праздник, там всякие праздники говорят, чтобы мы были умными, хорошо учились. С момента открытия детского сада «Красная шапочка» дошкольным образовательным учреждением заведует Галина Максютова. По словам Галины Николаевны, за 30 лет здесь многое изменилось. За 30 лет, конечно, большие изменения произошли, начиная от квалификации педагогов в нашем детском саду. 55% воспитателей с высшим образованием. Конечно же, 30 лет тому назад образование было среднее, специальное, такого не было. Если педагоги получают высшее образование, значит, они детям дают больше знаний, больше умений. Детский сад оснащен современным оборудованием, наглядными пособиями. Ну а самое главное, здесь работают высококвалифицированные специалисты, перед которыми ставятся серьезные задачи по воспитанию детей. Чтобы кадры были, я стараюсь выбирать кадры, чтобы они были работоспособные, чтобы инициативные воспитатели были. Я к этому отношусь очень требовательно. Накануне празднования юбилея дошкольного образовательного учреждения занятия могли посетить и родители малышей. 22 марта здесь прошел день открытых дверей. Мамы и бабушки с удовольствием посетили занятия, на которых бывают их чада в течение всего дня. Ребенок у меня постоянно вот с желанием идет в сад. Много друзей нашла, мальчишек, девчонок. Очень много внимания уделяется вот развитию детей, подготовку к школе. Вот мы проходили тестирование, очень хорошие результаты в школе сказали. Благодаря, вот, конечно, работе воспитателей детского сада. Поскольку детский сад является учреждением присмотра и оздоровления, большое внимание здесь уделяется укреплению здоровья малышей. Всего же в детском саду работает 13 педагогов, влюбленных в свое дело и любящих детей.